Ну, это вывеска, карта, схема Ивангородской крепости. Теперь мы знаем, где мы находимся. Точка, вы здесь. И с ребятами школы интернета Забиржа мы демонтировали старую и повесили новую вывеску. И благодаря стараниям наших учеников, туристы Ивангородской крепости могут не заблудиться в нашем замечательном памятнике. Лепим из глины всякие статуэтки. Мне нравится лепить всякие там ложечки, чашки, кружки, всякие там сувениры. Каждую неделю, каждый четверг мы посещаем в Ивангороде, короче, ну... Гончарную мастерскую. Гончарную мастерскую, да. Сейчас, в данный момент, мы делаем крепость из снега. Но мы будем делать размер стены, и потом делать будем, как, короче, выкладку из кирпича, вот так вот.